Центральная избирательная комиссия Азербайджана уже готова к завтрашним президентским выборам. Созданы условия для голосования всех избирателей как в Азербайджане, так и за его пределами. Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов. Процесс голосования будет отслеживать большое число наблюдателей, и на все направленные в ЦИК обращения, связанные с наблюдением за президентскими выборами, дан утвердительный ответ. 125 избирательных округа, 5641 избирательный участок к выборам готовы. 41 из них были созданы за пределами страны. За процессом голосования будет наблюдать внушительная группа международных экспертов. Они представлены от авторитетных международных организаций, таких как Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, ПАСЕ, ТЮРКПА, стран СНГ и Балтии, СОВОМ от Австралии до Канады. Ни один человек, желающий наблюдать за выборами, со стороны ЦИК не получил отказа. Hiç kime yok cevabı verilmiyor.